для кого не секрет, что у нашего с вами храма Рождества Христова есть свое подворье, на котором живут коровы, куры, ну и другие полезные животные. Все натуральные продукты, будь то молоко, яйца или мясо, привозят на территорию храма. В молочном мини-цехе для вас готовят вкусное молочко, которое разливается по бутылочкам, домашний сыр, сметану и творог. В чайной при храме вы всегда можете их попробовать и угостить своих родных. Чайная работает с утра до вечера. Приходите!